Знакомьтесь, Анастасия Александровна Горбунова, не педагог, а советник по воспитанию. Сентябрь – месяц знакомства с детьми. Сейчас вот в 9-м В она рассказывает о партизанском движении, разведчице, герое Советского Союза Зои Космодемьянской. А ранее знакомила десятиклассников с основами оказания первой медпомощи. Это была теория, но нам наглядно показали все на презентации, а также это проходило в ходе некой викторины, где мы разделились на 3 команды и отвечали на различные вопросы, а позже нам уже объясняли, как это делается правильно. Но тематические занятия не единственная и не главная задача советника. Бабушки и дедушки, а может и родители старших школьников, еще успели застать школьных пионервожатых. Их сфера – внеурочная деятельность. Максимально активировать детей, вовлечь их в процесс социализации, чтобы они активно действовали, пробовали, себя реализовывали, чтобы у них было больше возможностей попробовать себя в абсолютно разных направлениях, от музыкальных конкурсов до патриотических, попытаться развить краеведение, например, поучаствовать в абсолютно разных конкурсах. Учеников начальной школы познакомят с программой «Орлята» и ее конкурсами. Всех школьников с возможностями и направлениями движения первых. «Мы навигаторы», говорит о себе и коллегах Анастасия. И в каждом регионе был создан специальный ресурсный центр, который отбирал, обучал и теперь курирует советников. Сам проект «Навигаторы детства» реализуется с 2021 года, но сначала лишь в пилотных областях. В этом сентябре он стартовал по всей стране. Подготовка шла с весны, отбор проводили в 2 этапа. В ходе заочного этапа у нас было тестирование на знание нормативной документации и психологических, педагогических приемов. Также мы проводили конкурс среди портфолио советников, будущих советников. И в ходе очного этапа у нас было небольшое собеседование, где мы предлагали нашим будущим советникам различные педагогические ситуации, и они пытались как-то их решить. Желающих заявилось около 450 человек. 185 победителей уже работают в школах и колледжах региона. Еще 200 вошли в кадровый резерв. И у нас сейчас в составе советников и опытные педагоги, и те, кто работал, например, социальными педагогами, они перешли работать советниками, и студенты пришли. То же самое, такое для нас очень большое подспорье в этом плане. Вот и Анастасия Александровна, еще студентка, учится на психолога, 4-й курс. Но это во второй половине дня. Первую теперь проводят в школе. Шутит, всегда мечтала стать массовиком-затейником. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».